Спросить хотел. Да я уж спросил. Ну, подошли, думаю. Я уж спросил, уже был оттуда. А, ну вопрос нет. Что? Какая доверенность? Оксана где? Оксана где? Ну? Ну? Ну, вы же не адвокат ее. Мне надо с ней поговорить. Ну, она пока там занята. Это надо с ней обсудить. Нужно ей, чтобы я ее интересы защищал? Не нужно ей. Это мне нужно обсудить с ней. Она у нее есть на это право. Как она занята? Ну, она там что-то пишет. И... Ну, вот сейчас со мной она поговорит, а потом будет занята дальше с вами. Ну... Ее позовите мне. Мне там неинтересно, что там ваши коллеги делают. Вы ее позовите. Она сейчас занята. Она там занята с нашими... Ну пусть она мне скажет, что она занята сейчас. Я не буду никого сейчас звать. В смысле? В прямом. То есть вы нарушаете права мои, ее, и вам все равно? Ну вы кто, скажите мне? А вы кто? Я судебный пристав. А вы кто? Вы если все вы... на этом. А что должно еще быть? Ну что должно быть еще? Не знаю, что должно быть еще. Кто вы? Как тебе пометить, что вот это вот связка, это с... Ты знаешь что, ты мне вот здесь вот... Ну, чем-нибудь, короче. Вот, ты так поймешь? Да. Что, я тебе буду туда отнесу? Да. Что-нибудь как-то помечайте. Не будете свои обязанности выполнять? Я свои обязанности выполняю. Ну так представьтесь по форме. Что еще вам сделать? Скажите, представьтесь. Пожалуйста. Для начала. Я должен знать, с кем я общаюсь. Я сейчас подошла. Сказали, что пока она занята. Но я не понимаю, кто мне это говорит. Судебный пристав, исполнитель, Власенко Наталья Васильевна. Все? Что еще? Удостоверение. Еще что? Я не обязана попасть. Как это? Так. Ну вы, значит, обманываете меня, что ли? Вы украли, что ли, форму? Просто сбежала и все. Мы посмотрим, прибежит обратно. Меня снимает. А? Снимает на дороге. Леш, вещи мои верни мне, пожалуйста. Разобрали. В смысле, мои вещи у тебя? Да, забрали, я им говорила, они ее с Арсаном и с Мишей. Прокурором. Они забрали. Я не знаю. А кто мне мои вещи вернет теперь? А кто хоть забрал? Ну, вот не они, вот это формирование их там запомнишь, что ли. Кузнецов этот там рулил. Знаете. Мои вещи верните мне. Верните человеку вы вещи. Чё? Это его телефон. Гоп-стоп, что ли? Да, гоп-стоп. Они забрали два телефона на улице. Иду к прокурору отдать документы так сами. Посмотрим, что из этого получится. Это неизвестно. Все они тут закрыты. Все у них тут страшно опасно. Телефон у меня сел с нормальной камерой плохой, так как получится.
все, подключали все. Включили. А сейчас мне скажут, что снимать нельзя. Тут вот она. Ну, мне снимать нельзя будет. Скорее всего. Здрасте. А дежурный прокурор где? А у вас что, заявление, жалоба? Ну, к дежурному прокурору мне нужно. Ну, у вас заявление или жалоба? Или для чего вы хотите с ним? Просто познакомиться? Надо заявление принести или жалобу? Ну, я дежурному прокурору все объясню. Ну, я дежурный прокурор. Я вас вы? Спрашиваю. Вы? Ну, вот, значит, к вам. Жалобу? Ну, если давайте сюда. Я что, просто так спрашиваю? Думаю, да я же откуда знаю. А? Я же откуда знаю. Кто и что меня спрашивает? Что это такое? Поручение почему вам. Почему красной ручкой? Ну, прочитайте. А что это такое поручение? Ну, прочитайте внимательно, там же все я написано. Я вижу, главное. Может, представитесь? От кого это? А вы можете сказать, просто я не могу прочесть, у вас неразборчивый почерк. Это не мой почерк, простите. А там же написано все. Вы представитесь, может? Смотря кому, вы кто? Да человек, Алексей меня зовут. Мне же надо знать, кто меня спрашивает. А вы знаете, куда вы пришли вообще? Ну, я ищу прокурора. Какого? Вы мне сказали, что вы прокурор дежурный сегодня. Я просто хочу понять, для чего вы пришли. Может, вы террорист такой? Пока не понял. О, вот началось теперь страшно. Да, ну вы паспорт дайте свой. Дайте я посмотрю быстренько. Подождите, вы-то кто? Вам кто нужен? Ну вот вы у меня паспорт требуете. Вы кто? Вот кто у меня паспорт вы требует? Куда пришли? Вы куда пришли? Вот у меня кто паспорт требует сейчас? Вы куда пришли? Что вы делаете? В какое учреждение вы пришли? Вы можете? Вы можете объяснить? Вы для я чего пришел к дежурному прокурору, еще раз говорю. А вы по какому вопросу? У вас же заявление жалобы. Вы дежурный прокурор? Вы познакомиться пришли? Вы дежурный прокурор? Вы меня слышите? Вы дежурный прокурор? Вы слышите? Я же пришел не к вам, а к дежурному. Дайте документы. Ну тогда ищите дежурного прокурора. Ну тогда пойду поищу дежурного прокурора. Приемная. Здравствуйте. А подскажете, дежурный прокурор в каком кабинете? График приема на столе в коридоре. Посмотрите, пожалуйста. Что-то не видел. На каком столе? Там два стола в коридоре. На каждом столе лежит. Да? Среда. Номер 14. Кабинет номер 16. Кабинет номер 14, номер 16 и номер 5. Так, это номер 2. Это номер 4. Это же номер 5. Здравствуйте. Чуть попозже. Попозже. Вы жалобы? Э? Ну, к дежурному прокурору увидел, что пятый кабинет дежурный прокурор к вам. Хорошо. Так, Селюк Дмитрий Владимирович. Проходите, пожалуйста.
Здравствуйте. Так. Вот это для вас. Меня попросили вам передать. Кто? Да меня попросили передать знакомые. Сейчас увидел возле суда, и там что-то задерживали, в суд повели. Она попросила меня передать вам для того, чтобы вы отреагировали. Ну, нам нужно понимать просто, кто это здесь. Ну, вот написано все. Все же написано. Ни даты, ни подписи. Ну, если видимо... Если это передать таким образом, если вы хотите как-то что-то передать... Да, зарегистрировать. Нет, нет, лично вам вот отдаю. Я не понимаю, что это за документ, поэтому... Ну вот я лично вам отдал документ. Вы мне отдали, хорошо. Я лично вам отдал. Это не документ, это просто... Какая-то бумага с написанной, это... без подписи, без адреса. Ну, это ваше понимание. Мое хорошо. Понимание другое. Угу. Я вам отдал документ, передал. Вам необходимо отреагировать на него. Там, будете вы реагировать, не будете реагировать. Это уже ваше дело, а правильно? Вы сами кто? Да, Алексей меня зовут. Алексей вас зовут. Да. Ну, а да. Документ какой-то есть? Вот у меня у вас есть какой-то документ? Подождите, я вам конкретно задал вопрос. У вас есть? Ну, у вас есть какой-то документ? Я же вам тоже конкретно задаю вопрос. Мы зеркалим друг друга или что? У вас документы с собой есть какие-то? Ну вот кроме таблички на двери я больше ничего не видел. Ну, хорошо, ну вы сюда пришли зачем-то? Ну, пришел, вот я в принципе свою функцию выполнил. Понятно, вы функцию, все, спасибо. Все, достаточно. Давайте. Нет, мне, что вы приняли, отметочку поставьте. Не будет никакой копию, отметочки. Копию сделайте, отметочку что... поставьте, что приняли. Угу. И все. Ну это ваша позиция, как бы. Я еще раз говорю, здесь никаких отметок ставить не буду. Во-первых, угу. Это не ваша жалоба, как вы говорите. Угу. Правильно, вы же не Оксана вас зовут? Нет, не Оксана. Я же сказал, я же представился, Алексей. Алексей, да. Ну, я говорю, поэтому у нас личное обращение, если человек не пришел. Ну, человек не может прийти. По какой причине? Ну, вы в суд пройдите, вот ну, рядом через дорогу перейдите. Или что-то есть? Вы перейдите, вот я выполнил ее поручение, хорошо, вам передал. Хорошо, выполнил ее поручение. Вы мне отдали какую-то все, бумажку, хорошо? Проблем. Нет, не бумажку, документ. Ну, что такое документ? Документ, ну, вы простите. Для начала. Написано, вы даже не ознакомились. Какой-то. Вы даже не ознакомились. Я увидел, что здесь нет реквизитов, никаких документов. Ладно. Нет, вы не ознакомились. Хорошо. Вы не могли еще ничего увидеть, дальше. Пока вы не ознакомились. Все, вы мне отдали. Я штамп да. Ставить никакой не буду. Почему? Потому что я вам объяснил, я считаю, это не документ. Ну, штамп и не будет. У вас нет ни документов с собой, вы мне их не показываете. Снимайте мне. Так у вас тоже нет никаких документов с собой, видимо, вы мне их тоже не показываете. Ну, вы куда пришли сейчас? Я пришел в государственный орган. Хорошо. Как он называется? Да какая разница? Любой государственный орган и любой человек, работающий в государственном органе, имеет полномочия. Хорошо. Давайте. Какие? Ну, различные. Угу. Различные. Так вот, ваши полномочия, они подтверждаются внутренним документом. Угу. Удостоверением, так? Ну, безусловно. Ну, я подтверждения пока не увидел. Ну, извините, я вам не должен предъявлять. На каком не основании я вам должен предъявить документ? Ну вот, а вы у меня требуете, на каком основании я вам должен предъявить документ мне в таком случае? Вы мне принесли, как вы говорите, документ. Кому? Вот, пожалуйста. Кому мне? В смысле? Ну вы говорите, мне принесли, а кому мне? Так, ладно. Я пока из документов увидел только табличку все, на двери. Вопросов нет. Вы пришли, отдали. Штамп ставить не буду. Дальше. Хочу знать, кто вы хоть. Кому отдал, чтобы... На табличке вон написано. Селюк Дмитрий Владимирович, зампрокурора Кировского района. Ну вот хотя бы все, представились из своих уст. Уже совершенно другой разговор. Безусловно. Да. Все? Да. Спасибо, да. До свидания. Всего доброго. Ознакомимся обязательно. Ну, не может человек принести документ, потому что его там приставы беспределят и по беспределу везут в суд. Ну, значит, мы ничего сделать не можем. Надо было вырваться от них и прийти. Такая логика. Ну, хорошо.